преддверии празднования столетия чувашской автономии арт-проект «100 выдающихся людей Чувашии» преобразил улицы столицы республики. На полотнах, установленных на фасадах домов, изображены наши земляки – люди, являющиеся национальным достоянием. Все они внесли весомый вклад в развитие родного края. Ученые, космонавты, военные, писатели. Этот перечень можно продолжить. Образы многих из них воплотили в своих картинах местные художники. Они тоже гордость республики. Ради сохранности оригиналов на фасадах установлены их точные копии. Сами полотна хранятся в фондах Национального и художественного музеев. Жители Чебоксара с удовольствием знакомятся с историей республики в лицах. Нельзя зациклиться на коронавирусе, надо. Можно правильно сделали, что повесили. Конечно, положительно. Я уже проходил тут недавно и остановился у каждой картины, посмотрел, почитал. Считаю, что и существует один минус, надо больше. Нужно развивать, чтобы люди больше и больше знали своих земляков. Чувашия все-таки богата людьми, знаменитыми, гениальными, талантливыми.